Ребят, минутка полезной информации. Всем привет для начала. А во-вторых, если вы недавно вернулись в Warface, то я почти наверняка уверен в том, что вы сделали это неправильно. Сейчас реально будет полезная инфа. Без приколов. Как вы прекрасно знаете, существует первая ссылка в описании, по которой ты можешь перейти, забрать себе комплект снаряжения Авангард на 15 дней и комплект пушек на все 4 класса. И как правильнее это сделать? Создаешь сначала почту, потом переходишь по этой ссылке. Тебе пишется так и так, добро пожаловать, бонусы у тебя уже в игре. Но на самом деле это не так, потому что бонусы приходят с некой задержкой. Сейчас существует еще вторая ссылка в описании, по которой можно забрать себе комплект снаряжения Графит сроком аж на 30 дней. Опять также на все классы, также комплект пушек получите на все классы, и упадут они вам в сервисы. Об этом стоит помнить. И я вам больше скажу, еще существует третья ссылка. По ней переходишь, стираешь карточку. Рано или поздно вам выпадет бонус 500% к пополнению. Все зависит от того, какой бонус вам выпал первый. Это может занять примерно 7 дней. Но зато в конечном итоге за 250 рублей можно будет залутать себе 3000 кредов. Причем бонус к пополнению выпадет только в том случае, если вы не донатите в игру совершенно. Также на этой странице, когда вы 11 ранг капнете, вы получите комплект призраков на каждой из классов. И все эти три ссылки желательно заюзать до того момента, как только ты зайдешь в игру и создашь себе игрового персонажа, чтобы все три ссылки работали. И сейчас я вам покажу, как правильно заюзать эти 250 рублей. Устраивайтесь поудобнее, поехали. Так, все, ПВЕшка пройдена. Я не знаю, в нынешних реалиях Warface возможно ли выбить что-то за 3000 кредитов. Сейчас мы это с вами и проверим. Вообще, по сути, 250 рублей это 500 кредитов должно быть. Но так как эти кредиты бонусные, их становится 3000. И их тратить, я не знаю, есть ли смысл на коробки. Потому что коробки в Warface, ну, в последнее время не радуют совсем. А вот сейчас с ТП бывают исключительные случаи. И у меня как-то раз появился очень везучий аккаунт. Я не знаю как, но в общем смотри. Круто. Ну что, СИГС-12 авто можно взять. САР тут есть, да ё-моё, тут всё есть. Это законно? Че? Я сейчас крутанул по приколу одну коробку с Бенелли. Она мне выпала навсегда. Ха, наверное, не донатили. На донате. Тут ник подо получается для Warface любящий. Это что такое? Странно. Так, ну давай АВП, что может с одной коробки всегда упадет так же. Ну чисто, знаешь, по приколу. Нет, давай он трясся. Хоба! АВП навсегда! Слышишь? С одной? С пяти! 1.5! Это что такое? САР спецкрафт, во. Так, приобрести нам. Оп. Одна коробка. Сейчас еще САР, если выпадает, я просто, я не знаю, я в шоке буду. Это моя основа становится, а не аккаунт. Нету. Слава богу. И еще 4. Навсегда, блядь! В смысле? Все. А как? А что это такое? Я за 1000 рублей здесь выбил себе Бенелли, САР и АВП. И еще умудрился купить себе снаряжение Авангард на все классы. За 1000 рублей и за 2000 кредов. Это как? Хотите так же, переходите по ссылке в описании. Реально? Это обман. На ёбка для уебка получается. Этот аккаунт какой-то реально ебнутый, Стёп. Чё выбил? Тег с двух коробок. Короче, ладно, покупаем 5000 валюты. Это у нас сколько? 50 коробок. Будем надеяться на то, что сейчас что-то упадет. По-хорошему, мне отсюда нужна штурмовая винтовка. Но, опять же, на штурмовую винтовку придется еще дополнительно тратиться. Временем, как минимум. Возможно, даже средствами какими-то, потому что прокачать штурмовую винтовку до нормального ее состояния, она, в принципе-то, и без модов хорошо играбельная. Не сказать, что прям лютая имба, но играбельная, но не мета. И вот из нее мету сделать, это понадобится как раз-таки сколько-то там времени, сколько-то шестеренок, сколько-то жетонов. Все очень сложно. А вообще, у меня есть подозрение, что отсюда ни хрена мне не упадет, потому что я слил на основе. Вот на эту коробку, наверное, 1010 тыков мне ни хрена не упало. Хотя тем временем люди лутают себе отсюда же пушки навсегда. По-хорошему, у меня любая пушка подойдет. Хотя бы одна. Потому что за 250 рублей иметь один метовый ствол, это вполне not bad.
Как по мне, сейчас САР неплохо себя чувствует. Насколько вам известно, в этой коробке лежит вот эта штурмовая винтовка новая. Вепрь-дробовик тоже себя неплохо чувствует. Коряк, ну на модах опять же он играбелен. И, соответственно, САРчик. Хотелось бы, конечно, отсюда залутать две пушки. Но, зная, какие тут шансы, очень маленькие. Это шанс тут сколько? 0.25, по-моему. А, 0.28. Ну, это очень маленький шанс. Залутать отсюда хотя бы одну пушку, это тоже... дорогого стоит, так скажем. Давай, просто выходи вот отсюда. Вот выпадай, штурмовая винтовка, и давай дробовик. Или коряк. В принципе, и то, и другое мне устроит вполне. Но будет обидно, если здесь ни одна не упадет. Но будет еще более обидно, если здесь упадет две одинаковые пушки. Давай, выпадай и все. Вот такие события на самом деле очень классные в плане игроков, ну, для игроков, которые не донатят в игру. У них каждое событие абсолютно есть шанс на то, чтобы залутать отсюда пушку навсегда. Метовую. Метовую, на секундочку. Не около мету, а мету именно. Плюс еще сейчас сделали игровой магазин Рема. Что ты там можешь брать себе пушки на три дня. Достаточно неплохие. Ну, то есть Барретт, тот же самый Сик, тот же самый Вивтак. Ну, это пушки а-ля первого-второго эшелона. И ты их можешь брать совершенно бесплатно за то, что ты просто играешь РМ. Вполне not bad. Так, тем временем, мне пока что уже ничего не упало. Слил я уже 3000 тыков. Это сколько, 30 коробок получается? 30 коробок я уже открыл, нифига не упало. Грустно, грустно на самом деле. Также, кстати, есть пин-код. Для тех, кто вдруг не знал до сих пор, я не знаю, почему вы до сих пор не знали, если вы не знали. То есть пин-код на 250 тыков. Его может использовать абсолютно каждый. И вообще, по идее, можно упороться и забузить себе много-много-много разных аккаунтов. О! Сюда! Сарчик есть. Можно и поесть. Так, хорошо. Вот это прям приятненько. Еще одна пушка упадет, штурмовая или коряк, и будет шоколадно. Штурмовку давай. Но только не сар, еще один. Я загорелся, все, я верю теперь в то, что отсюда можно выбить себе за 250 рублей сар получить на аккаунт. Хм, это not bad, это совсем not bad. Давай, выпадай, пожалуйста, хоть что-то. Еще одно, ну пожалуйста, ну сжалься, сжалься надо мной над бедолагой и дай мне еще одну пушечку сюда. Навсегда. Я буду самый счастливый человек на этой планете. Давай. Ну не жмись. Ну по-братски. По-братски дай. Нет, смотри, что не хочет. Ну давай. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Штурмовку лучше. Нет. Ну не, только не еще один цар. Похрен, все что угодно. Нет, ладно. Не выпало. Так. Тем временем, у нас есть пушечка новая на 4 дня, но это полная фигня, не интересует. Вот, пришла Хова, как вы можете уже обнаружить. Пришел еще Килтек на 30 дней, пришел еще Ножик на 30 дней. Также сет Графит на все классы, на все, абсолютно, все, что есть. Плюс еще 11 ранг апаешь и получаешь еще эти, кинчики призрак. Я вам сейчас все это продемонстрирую. Тем временем, у нас еще есть непотраченные 900 кредитов. Есть. В принципе, на снайпера коряк будет неплохо. Давай, за 900 кредитов еще корячок, если выпадает, вообще шоколадный аккаунт. Самый лучший за 250. Давай, я сейчас буду растягивать это. Буду растягивать, буду специально тянуть вот так вот по одной. И потом просто пятак закуплю. Вот если сейчас вот в этих 5 коробках падает корячок, хотя бы на время, я потом 5 скипом сразу и выпадает. Фиксируйте, это моя острота, она работает. Насколько сильно, не знаю. Насколько это правда, тоже не знаю. Но сейчас узнаем. Так, корячок на время есть, 5 скипом. И коряк падает навсегда. Страшно дальше докручивать, если честно. 5 скипом не сработало. Моя стратегия. Это очень грустно. Коряка вообще на время нет. Он мне упал один только на 2 часа и все. Он на время здесь походу плохо сыпется. Ну давай навсегда, пожалуйста. Пожалуйста. Навсегда дропайся. И будет 2 пушки на аккаунте за 250 рублей. 2 метовые пушки. Ну давай. Ну смотри, чуть-чуть осталось кредитов. Пожалуйста, дропнись навсегда. Ну, пожалуйста, дропнись навсегда. По-братски, прошу! Смотри, какая падлюка. Нет, скорее всего, он уже сегодня дропнется. Но, тем не менее, за 250 рублей у тебя есть
на инженера пушечка, очень хорошая. Плюс еще временные пушки, плюс на 30 дней все это есть. Дальше я решил не донатить полностью в этот аккаунт, потому что у меня есть основа неплохая. Но моя задача была вам показать, как правильно создать аккаунт с минимальными вложениями, с максимальным импактом. Также все новые аккаунты имеют бонус 100% пополнения к платежу. То есть есть фиксированные суммы. Условно, за 500 рублей ты получаешь не 1000 кредитов, а 2000 кредитов. За 1000 рублей, соответственно, не 2000 кредитов, а 4000 кредитов. И так далее. Ну а сейчас забираем скинчики и, в принципе, все. Жирный аккаунт у нас имеется. О, ну наконец-то, спустя 20 минут подарки отправлены в игру. Так, хоба, наконец-то скинчики меняем, баба скинчики снимаем, стамину пополняем. Сюда!